Ну что, друзья, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Dead Space 2. То не пришло серии, ссылка постоянно находится на плейлист, да, с прохождением данной игры. И плейлист на прохождение, полное прохождение Dead Space Pair, мы его прошли уже, да, обязательно посмотри. Вот, подсказочка тоже там находится, прошлая серия, да, в верхнем правом углу, и подсказка на плейлист с прохождением данной игры. Вот. Саша, подобное, давайте пройти к взяли, например, пить эту кушать, прям чуть-чуть как пить или пить воды при этом просмотра, мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, стоит смысл здесь, собственно, да? Стоит смысл, собственно, здесь, пришли сюда и все. Много чего интересного было в прошлой серии, тогда посмотрим, что у нас по патроночкам. Ну, пока еще более-менее. Нас строить туда. Чуть такое, блять. Нормально, блять. Хорошие ужастики, блять. Спасибо, на. О, добрый вечер, ёпта. Добрый вечер, блядь. Актовый зал, типа, да? А чё оно, блядь, такая хуйня чёрная, блядь? А чё оно всё, вот, смотри, это жижа, блядь? Чё это такое? А чё оно, видишь, все, не то, что чёрное, всё какое-то жижа, но красные глаза были, чё это такое, блять, ну что? Ебануть-то что, блять? Совсем? Все, ваши скримлеры, они вообще мне не интересны, как бы. Блять, ребята, чё вас тут так много-то? Вас не дохуяли здесь? На один квадратный метр-то, блядь. Куда ты прыгаешь, блядь? Не дохуя ли вас на один квадратный метр, не пойму, блядь. А, ну тут были батон, ну ладно, блядь.
Здорово. Что вот это все равно? Начинал вот это было. Где она? Да что нам она? Пропало. Перерыв окончен. Подожди, для чего та штука? Куда и для чего она вообще нужна была? Ну ладно. Отчет учителя, третий семестр, 381-3. Точнее, дефис. Я знаю, что дети отличаются богатым воображением, однако это уже не вписывается ни в какие рамки. Почти у половины учащихся моего класса есть некие воображаемые друзья. Сами дети говорят, что это их умершие бабушки или что-то в таком духе. В других обстоятельствах можно было бы закрыть на это глаза, однако в данном случае дети попросту не могут сосредоточиться. Только в этом семестре отправил в угол раздумий больше детей, чем за 12 лет своей педагогической практики. Возможно, это результат неурядиц в семьях учеников. Не случайно в нынешнем семестре снизилась родительская заинтересованность. Уолтер Блейк, педагог-инструктор 3 класса. Понятно. Так, ну нам туда идти. Огнемет. Так. Интересно, накаляется. Смотри, как будто, да? Смотри-ка, но они как будто качаются. Смотри, кто-то катается, да? Прям, оп, смотри, ты знаешь, оп, толкнули. Они кто-то как будто катается. И мячик что-то вон, да-да-да-да-да. Так, ты не признаешь. Боишься, если будешь слушать меня, вскроешь себе вены? Со мной этот трюк не пройдет. Можешь дурачить с троса, но я знаю, что ты не настоящий. Если я не настоящий, кто это, же стоит перед это тобой? Она? Всего лишь галлюцинация. Смотри, это она. Строс знает, как тебя уничтожить. Знает, как уничтожить обелиск. И мы тебя уничтожим. Как это удобно, уничтожь обелиск. И вся боль уйдет без следа. И больше никогда не надо будет слушать свое сердце. Да, жестко. Все, узел. Видишь, что она так делала? Ну, как я понимаю.
Так, поехали, чё? Айзек, это Элли. Я тут кое-кого нашла. Еще один выживший говорит, что знает тебя. Айзек! Я же сказала, не рыпайся. Элли, полегче. Это Строс. Я знаю его. Он какой-то дерганый. Я ему не доверяю. Не рыпайся. Элли, мне нужно, чтобы он не умер. Он мне нужен. Черт. Ладно, Айзек. Я выведу его к терминалу, но если он выкинет что-то, хоть что-то, я его пристрелю. Что говорил прошлый, позапрошлую серию? Что мы с ней что встретимся? Добротно. Давай сходимся. Айзек, двигай! Привет, Айзек. Знаешь, мне тут не по себе. Только утром я с трудом выбралась из этого CAC комплекса. Так ты из CAC? Пилот грузовой платформы класс 4. А ты? Инженер. Ботан. Блеск. Вот дерьмо. Темно. Он найдет меня в темноте. Заглохни. Просто вырубился свет. Народ, вы там в порядке? Нет. Черт, жизнеобеспечение тоже отключилось. Это нехорошо. Два наших последних субъекта, Кларк и Строс. Так и знал, что рано или поздно вы доберетесь до терминала. Вагонетки больше не ходят. Ты в своем уме? Отключил систему жизнеобеспечения. Тут могут быть другие выжившие. Условия в гражданском секторе уже давно несовместимы с жизнью. Я не могу позволить вам сбежать. Это что, прощай, блядь? Прощай, Кларк. Какой прощай? Ой, блядь, нихуя! Так. Интересно. Блять. Окей. Типа такой мини-босс. Окей. Нахуй. Держать.
Я стреляю уже был там. Сосёшь. Сосёшь! Ну, я хуй узнать, ребят, как с ним. Где он? Да ебать, я хуй знает, ребят, как с ним. Давай, мразота. Засал. Да охуенно. Ты видел, не работало, блядь. Пиздатая игра. Классно. Очень нравится. Будет сложновато, хорошо, признаю. Сразу давай. Блять, ты долбоёб. Блять, я же сбрёл на стену, блядь! Короче, я понял. Окей, я понял, как его проходить, хорошо.
Смотрите, здесь момент там не работает местами, блядь. Что местами такое себе, честно слово. Охуенно. Поехали. Когда он бежит, нет смысла вообще с ним. Айзек, ты там как? Блять. Потно, блять, как я нахуй? Почему ты Эдмон отрубил питание? Долбоёб, чем ты ему так насолил? Элли, ты знаешь, что такое обелиск? Да. Юнитологи из моей команды только о нем и говорили. Он что, существует? Да, существует. Эдмон создал его, используя код. Данные, которые хранятся у нас в головах. Все, что происходит на станции сейчас, происходит из-за обелиска. Я должен добраться до него и уничтожить. Астрос знает, как это сделать. А ты занятный тип, Айзек. Ты мне поможешь? Или помогу тебе, или задохнусь. Выбора особо нет. Хорошо. Тогда нам надо восстановить питание. Или останемся и без транспорта, и без воздуха. Должен где-то быть запасной источник. Ну да. Наверху есть солнечный кластер, но он пылится уже много лет. Ясно. Я иду туда. Надеюсь, получится его запустить. Кто-то должен будет раскрыть солнечные батареи. Беру это на себя. Только присматривай за стросом. Бля, ну вот это было подненько чуть хорошо. Это было чуть подненько, ребят. Это прям, ну реально было чуть подненько. Просто потому что я изначально не помню, как с ним чертом сражаться и тому подобное. Ну, он здесь. Охуенно. Поехали. Батареи, видишь, все-таки нужны. Хорошо, что я их все не продал, блядь. Все-таки сохранилось у нас здесь. Бля, на такие не сохранилось. Такие сохранилось здесь. И здесь тоже, смотри, сохранилось. Или это не мои, блядь? Блядь, это мои или нет? Ну, вообще, только так я мог поставить. Бля, иди в пизду. Very nice, very nice.
Ну, бля, еще взрывается же, нет? Ну да. Ну, видимо, я когда, видите, когда он взорвался, видимо, вот эта, ну, вот эта тема, когда она же лопается здесь. И когда она должна была лопнуть, на мне встало все. Ну, бля, смотри, кстати. Это старый, бля, монстр, ребят. С ними мы знаем, как что нужно делать. Бля, мне бы сейчас патрики закупить. По-хорошему бы. И аптечки бы тоже, да. Элли, глава 7. Как там Стросс? Без электричества. Тут у любой звук слышно за несколько кварталов. Он нас выдаст. Элли, не позволяй ему уйти в себя. Я должен узнать, что он пытается сказать. Все хорошо. Все с еблом. Тогда после посмотрим, если ничего не лежит. Нет. Так, давай. Нам нужно с тобой продать. Да, да, огнемет ебаный, конечно. Нахуй мне нужен, блядь. Нет, хорошо, что есть какое-то разнообразие, да, есть в оружии, я не спорю, но есть нормальное оружие, которое здесь есть. Ну хоть со снайпой будем ходить. Хотя бы со снайпой будем ходить, чё бы нет. Вот с этой. Уже получше. Тут возможность. Выберите объект и нажмите R, чтобы убрать все установленные в нем узлы, которые можно будет использовать заново. Цена 5000 кредитов. Угу. Ну, нам очень понадобится сейчас эта спецназовская. Поэтому я ее прокачал. Что особо там больше ничего нечего так качать. С этим боссом я понял, что нечего больше качать. Так, поехали дальше. Элли,
Тут проблемка. Кажется, лифт, на котором можно подняться до солнечного света, болтается где-то внизу шахты. Блеск. Не переживай, починим. Я выйду наружу и посмотрю. Галлюцинации, Элли, это симптомы болезни. У нас уже есть. Не стойте на месте. О, смотри, как красиво, да? Прикольно выглядит. Прикольно выглядит. Это Нептун, типа? Да, это вроде Нептун. Да, это жестко, конечно. Бля, будь мразота. Хорошо, хорошо, я понял. Окей, окей, let's go, let's go. Ну, можем почилить, а? Хуй там, блядь. Охуенно. Ну, хоть там пусть держится, что. Ой, блядь. Вот так поставил просто, ребят. Давай, поехали.
Подошел бан. Э, блядь, ты чё? Мразь охуела. Блядь. Ты чё, блядь? Бать мразота, блядь. Всю хпшку использовал, охуенно, блядь. Твари ебаные, блядь. Кто мне хпшку купит теперь здесь в игре, блядь? Охуительно, блядь, поездили, блядь. Эти менты мне не очень нравятся, если честно. Мне они вообще не нравятся, ребят. Чего, блядь? Чё за хуйня? Чё за наебало, блядь? Пиздат наебало, блядь, спасибо. В солнечный кластер Сигма-0-5. Вход только по пропускам. Пожалуйста, подождите здесь. Смотритель Говард Филлипс вскоре подойдет. А, все, блять. Здесь засыпаем, давай. Говард Филлипс, запись номер 32. Я хочу вернуться домой. Анти утверждает, что не получал ответ на мой запрос о переводе, но он был уже пятый по счету.
Как? Как такое может быть? 5 запросов и ни одного ответа. И кто-нибудь вообще получил? Прочитал? Неприятно признавать, но здесь я чувствую себя как никогда одиноким. И это начинает влиять на мой разум. Единственная хорошая новость заключается в том, что мою просьбу о доставке все же решили удовлетворить. И они прибудут уже сегодня вечером, как заверяет Анти. Но я уже не верю всему, что она мне говорит. Я ждал этого так долго, что теперь не могу избавиться от сомнений, что мне действительно позволит привезти сюда своих птичек. Время покажет. Вернее, сегодняшний вечер покажет. Хорошо, блядь. Птичка. Не следи, блядь, за мной. Прикольно, кстати, наверное. Не следи за мной, ёбаный рот, блядь. Отъебись. Сука, отъебись, не смотри за мной, не смотри на меня, блядь. Не смотри за мной, блядь. Чё, ебанулась, мать? Ну ладно. Так, ну нам здесь дают, да, купить что-то и тому подобное. О, аптека. Заебись. Даже что у меня там по аптекам? Та, одна. Заебись, пися. Мне похуй. Пожалуйста, да, отойдите от двери. Давай с тобой это оставим на следующую серию. Собственно. Блин, все, спасибо за просмотр. Такая серия была. Увидимся в следующих сериях. Давайте.